видео под названием «Мое утро». Сначала я просыпаюсь и подтягиваюсь. Дальше я слезаю с кровати, так как я сплю на втором этаже. Дальше я направляюсь расчесывать волосы. Я пришла и смотрю в зеркало, чтобы придумать, какую прическу сделать. Я долго думаю, что себе сделать на голове. Сначала я начала делать хвостик. Я передумала и решила делать косичку. Я передумала делать косичку и решила сделать самую легкую прическу. А этой легкой прической является кичка. Как ее еще называют? Пучок. Готово. Направляемся в ванную. Как вы уже, наверное, догадались, я пришла чистить зубы. Как же не попеть? Я начинаю чистить зубы, так как это зрелище не очень приятное, я не собираюсь это показывать. Дальше я умываю лицо. И готово. Дальше я направляюсь на кухню, к окну, намазать свое лицо кремом. И смотрю в никуда, потому что там находится окно. Кстати, вот мой вид из окна. Далее я беру чашку, чтобы сделать чай. Делаю чай. Я уже покушала, позавтракала и ложусь смотреть телевизор. Привет, с меня Диана, вы по моему каналу. И, в принципе, как-то так проходит мое утро. Надеюсь, вам понравилось. Это мое первое видео в таком формате. Так что поддержите меня, пожалуйста, лайком, подпиской на мой канал. И нажмите на колокольчик, так как у меня видео выходит в разном порядке. И вы не можете знать, когда выйдет новое видео. Так что, чтобы первым его увидеть, нажмите на колокольчик. Просмотр и всем пока-пока!